Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Каратели Мифологии. И, в общем, это, так скажем, обращение, в сообществе с новостями. В общем, ребят, когда я буду делать такие обращения, ведь у меня канал с мистикой, я буду вот так вот проходиться по кругу одного места, вот, и вот так светить с фонариком просто на асфальт. Вам очень плохо видно, постараюсь вот так. Вот. В общем-то, сегодня, хотела вам сказать такие новости, так скажем, и обращение, почему не было так долго видео. Ребят, в связи с тем, то, что было недавно 8 марта, и, в общем-то, у меня было, как я музыкант, много концертов, вот, и... в общем, исполнял, так скажем, для наших дам разные песни и еще много поздравлялок и так далее. И было много дел, потому что заканчивается третья четверть, контрольные, экзамены по моей музыке, концерт. Ну, вы поняли, в общем-то. Это, в принципе, вот такие вот, так скажем, но обращения, ну, потому что не было видео. А теперь новости, ребят. Итак. Новости. Первое. Ребят, помните, что у Лиса, кто смотрел очень внимательно мои видео, вот, то из прошлого года, помните, если вы с прошлого года смотрели, ну, очень внимательно мои видео, которые, кстати, половину ударил, вы должны заметить, то, что у Лиса начинало болеть живот, если ему, не знаю, страшно, или ему кажется, что тут кто-то есть, или нервничает просто. В общем, ребят, в этом году вот ему врач сделали анализы, почему у него болит живот, потому что у него и так болит живот просто, если даже без вызов духов. Оказалось, недавно сказали результаты. Сказали то, что у него тяжелая болезнь желудка. Просто, ребят, шикарно. Мне ни тех пор Лиса не жалко. Ну, вообще, просто, ребят, болезнь желудка, понимаете? Причем серьезная. Он мне писал это, я просто был в шоке. Мне его реально жалко, потому что ему вообще теперь можно употреблять только овощи и мясо, то редко. Вот, и жалко мне его, вот. Чипсы и кока-колу, и, не знаю, фастфуд нельзя вообще ему употреблять, так что вот, и ему нельзя нервничать, самое главное. Из-за этого он не может сниматься вызов духов, вот. Так он на вид здоров, но, ребят, когда он нервничает или что-то переедает, то это окажется для него плохо, и он говорит, если еще чуть-чуть, его бы подвезли уже в больницу на реанимацию, потом оперировали. Так что вот, ребят, чтобы Лис, был здоров, снимался в наших роликах, просто можете написать хэштег Лис живи и просто дадим его, так скажем, переменную паузу. Хотя их и так было много, но это уже серьезней. Это здоровье его. А здоровье это самое главное. Вот, ребят. А еще хочу об одном рассказать. В общем, ребят, меня какой-то один хейтер, так скажем, вкратце, хейтер был. Он был, короче, каким-то админом Ютуба. И он угрожал мне забанить мой канал. Или, так скажем, удалить. Он мне стал это писать в ВК, когда я убедился, что это он реально, так скажем, админ Ютуба. Я сразу подал на его жалобу. С моему знакомому админу. Этот админ просто мне помогает в группе, банит, не знаю, на один или два дня, кто ругается нервативной лексикой в моей группе и так далее. Я ему написал, он сразу его забанил. Вот, так что, ребят, я тогда вообще был в шоке, потому что он реально был админ, он мог бы прямо в этот момент забанить мой канал. Вот, так что я вообще очень испугался. Я потом убедился, почему он обидный, потому что, ребят, я с ним даже говорил по скайпу и показывал мне через демонстрацию экрана, это вообще пипец. Так что вот, ребят. Ну, в общем, ребят, это все, что хотел сказать в этом обращении. Кому? Ну, в общем-то, на этих выходных начнется вызов духа, потому что, в принципе, у меня почти все закончилось. А так, ребятки, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал и... До встречи!